Ось бачите, який я тримаю в руках танк, прям такий військовий. Це не просто так, адже до мене в гості завітав Максим Мусаєв. Ось ще такі різноманітні самольотики. Максим Мусаєв – майстер масштабного моделювання. Доброго ранку, Максиме. Отже, сьогодні ми будемо з вами моделювати і щось таке творити. Розкажіть, будь ласка, що таке стендове моделювання? Що це взагалі таке моделізм? Тому що, чесно кажучи, з цим я не стикалася ще ніколи. Стендовый моделизм – это разновидность хобби, хобби для взрослых. Оно предусматривает, занятие долгосрочное, но очень красивое. Увлечение этим позволяет коллекционировать технику в масштабе. Масштабы очень разные, как видите, есть и маленькие, есть и более крупные. Скажіть, будь ласка, як давно ви цим займаєтеся і чому ви почали взагалі цим займатися? Начал около 5 лет, да. Вот. Этим занимались практически все в детстве, но тогда у нас не было разновидностей материалов и такого большого ассортимента моделей. Вот. Сейчас же это очень развито, и хотелось бы это популяризировать у нас. Занятие интересное. Каждая модель, она более относится к натуральной технике, только уменьшена. Дивіться, це прототипи, чи є ще й ваші проекти, які ви самі вигадали і змоделювали? Это заводское производство, оно находится в продаже в литниках, в основном это пластик. Вот. Моделизм бывает разный, он бывает и бумажный, может быть из дерева. Корабли изготовлены, полимерная смола, но более распространенная – это пластик. Отже, оцю машинку, яку я зараз тримаю, це вона зроблена з чого? Это металлическая машинка, искусственно состаренная до такого ржавого состояния, как вот во дворах стоят кузова брошенных машин. Нічого собі, здорово так. Скажіть, будь ласка, а це взагалі хобі, чи є якісь виставки от таких моделювань? Да, есть. Як це відбувається? Розкажіть. Є два основних направлення. Це професіональне направлення, коли люди їздять по виставкам. У нас в Україні багато виставок проходять, багато виставок проходять в Європі, в Америці. В основному це законодателі моди Японія. Вот, очень Китай підтягується к этому. Ну і страны наші більше. До речі, я хочу зазначити, що в перший раз моделювання виникло в 1932 році в Англії. І ось зараз, 2015, у нас такі шедеври. Скажіть, ось як довго, наприклад, один із таких танків змоделювати? Наскільки це витрачається часу вашого? Достатньо займатися від получаса до 2 часов кожен день. Не стоит, да, перетруждатися. Чем удобно это хобби? Тем, что оно, можно этим заниматься вечером, в свободное время, полчаса, 40 минут этого достаточно. И модель растет от месяца до 4 месяцев, можно красивую, хорошую модель копийную сделать. Ведь можно изначально строить их из набора, как дает завод-изготовитель или фирма. А впоследствии можно досверливать, покупать дополнительные запчасти, так называемый автомаркет. Есть чертежи, есть фотографии, документальная хроника. То есть можно как от фантазии работать, так и достаточно достоверно, вплоть до каких-либо панорам, создания участков боя, либо реконструкции хроник событий. Ви пам'ятаєте свою саму першу роботу, яку ви змоделювали? Да. Що це було? Поділіться з нами. Это был подарок на день рождения. День рождения было, наверное, 27 или 28. И супруге как бы интересно было, что мне подарить. И я вот изъявил такое желание, как масштабная модель. Это была модель палубного самолета «Сі-Харрір». Здорово, звичайно, мені навіть як дівчинці цікаво. Дивіться, можна ж моделювати будь-що. Це можуть бути дома, якісь будиночки. Да. Але переважно я бачу літаки, військові оці танки, БТРи. Це вам, ну, так подобається, чи це більш актуально, не популярно? Да, саме це просто желання кожного моделіста. А так можна і здання, є железнодорожні станції.
судостроение, гражданское, военное, подводный флот, авиация гражданская, вертолеты. Это не обязательно может быть военная тематика, это может быть любое гражданское направление. Это пожарные машины, скорая помощь, причем в любом масштабе. От, скажем так, от 10 сантиметров до полуметра может быть очень высокодетализированная модель с двигателем, со всеми присутствующими атрибутами. Ну, единственное, оно статично. Это только для созерцания. Так, я хочу приділити увагу трішечки ось цій роботі. І скажіть, пане, декілька слів. Дуже дивовижно, це руїна. Тобто це як... Розкажіть, будь ласка, ви краще знаєте. Это реконструкция высадки в Нормандию. Разгром німецько-фашистської войск. Ось ми бачимо і солдатів тут, і пушка, так? І деревце. Дійсно дуже так... Дело в том, что многое есть в продаже готовое, уже фирменное, но на нашем рынке оно очень дорогое. И хотелось бы, да, оно может быть не совсем копейно для развитых моделистов, для моделистов, которые ездят на выставки, но для популяризации, для домашнего, так называемая модель выходного дня, можно использовать все подручные, любая фантазия, это может быть швейная промышленность, это может быть радиоэлектроника, медицина. Из любой промышленности можно найти интересные вещи, детали, сеточки, иголочки, из которых можно имитировать, то есть вот тут дерево сделано из поролона. Из поролона и окрашено. А это мох, на мох трешки схоже. Да. То есть вот здесь натуральные растительные предметы, только вот они задекорированы, подкрашены. Вот. То есть здесь чем и хорошо, что фантазия ваша, ваш друг и партнер. И помічник. Я дівчинка, я можу такому навчитися робити це чи ні? Да, вот перед вами фигура в 16 масштабе, это 1 к 16, расписана вручную кистью. Ничего себе, она еще и расписана, так? Нет, в основном все модели идут в сером, желтом, зеленом пластике. Все остальное вы придаете глубину, красоту, цветность уже сами и... Я зрозуміла, Максима, для того, щоб популяризувати і активізувати, да, робити такі фігури, треба показати, як вони робляться. Можемо ми зараз продемонструвати? Давайте я вам допоможу ваше моделювання. Давайте я сюди покладу. Опять же таки, обращаюсь к тому, що є професіональний моделізм, а є любительський моделізм. І в любительському моделізмі всі рішення хороші. От каждой модели вы растете, вы получаете опыт и практику. То есть вот полуфабрикат модели, то есть можно, так как это пластик, сверлить, пилить, шпаклевать, резать, добавлять, убавлять, делать элементы вращающимися, движущими. Затем это все грунтуется, окрашивается. Но это уже более собранное, приготовленное к покрасу. Есть вот такие вот... Значит, детали находятся в литниках. Литники имеют цифренно-буквенное обозначение. С помощью инструкции, она несложная, даже будь на другом языке, ее прочитает любой школьник. Можно вот собирать вот такие вот уже элементы, которые шпаклюются, обратите внимание, шпаклевка еще не обработана, шпаклюется, все это приводится в благоприятный вид, то есть тут нужно, чем больше уделяете мелочам внимания, чем больше уделяете внимания аккуратности, чистоте вашей работы, вот, тем аккуратнее и красивее получается модель. Вот, вот так это все вот узлами изготавливается. Скажіть, а ви пробували навчати дітей? От, ну, це ж таки, це трішки популярно чи ні? Є цікавість у дітей або навіть у дорослих? Чи давали ви якісь майстер-класи? Да, майстер-класів, к сожалению, у нас не було, но ми пытались відкривати кружок детський. Это дітям интересно. Конечно, когда это все делается своими руками, и когда из кучи пластмасски непонятных форм растет осязаемое, и когда людям начинаешь говорить, что тут, к примеру, 680 деталей, 920 деталей, появляется интерес, когда это сделано своими руками, окрашено, к
Конечно, это детям интересно, но оно немножко дороговато, и как бы не каждый водитель, не каждый родитель может себе это позволить. Но есть более дешевые наборы, материалы, но нет финансов, это все на... Как би на добровольних зрозуміло, як дуже часто буває, і все ж таки, можемо ми зараз щось тут? Я ж дівчинка, я така цікава, мені все цікаво, як це відбувається. Можемо ми щось фарбанути, ну розфарбувати зараз, хоч трошечки, хоч як. Ну чи не пофарбувати це? Я так вигадую. Вам видніше, що можна зробити зараз. Просто щоб я мала уяву, не тільки я, і наші телеглядачі, як взагалі відбуваються. Ось щось таке малесеньке. Можна я покажу? Покажіть, будь ласка, те, що я тримаю зараз в руках. Ось це така заготовочка, скажімо. Так, це, к слову, полімерна смола. Це вже для професіональних моделістів. Она очень тяжела в обработке, но очень интересно копійна модель получается. Ну, дуже так чітко зроблено і башню. Гусениця на там. Все. Так. Хотілося б сказати отдельно. Це вам потрібно буде? Ні, ні, можна пока. Я тоді приберу трішки. Давайте я вам допоможу. Так. Так. От. Значить... По инструменту хотелось бы сказать, да, самое давайте. Дорогое, конечно, это уже компрессор с аэрографом. Конечно, каждый выберет для себя нужный инструмент, но здесь не требуется очень дорогих фирменных вещей, хватает нашего Миола украинского. Так. Опять же таки, тут нет ничего специфичного. Можно, конечно, покупать фирменный инструмент, но он очень дорогой. То есть достаточно обычных старых маминых кусачек, ножичка канцелярского, пинцетика. Хирургичного. Да, это жертвует, вот опять же таки, это с бумажного, с канцелярии, с маникюрии, это с электрического, старая зубная щетка. То есть ничего такого, шило. Ничего специфического, линеечка, карандашик автоматический. То есть нет каких-либо серьезных, профессиональных, замороченных инструментов. Все, что вам может понадобиться, вы всегда найдете в промтоварном магазине, либо в канцелярских товарах. Вот. Зрозуміло, так. І що? Що ми зараз так? То есть вот перед вами модель, которая находится в сборке. С одной стороны она только загрунтованная, с этой стороны она уже покрыта цветом. Вот. Сверху еще можно наносить камуфляжи. Камуфляжи могут быть одноцветные, двухцветные, до 5 цветов, до 7 цветов. Вот. Здесь подготовлены уже, вот как бы вот так выглядит, на двухстороннем скотче, чтобы не касаться руками, вы закрепили и можете уже красить, как вам удобно. Вот. Так. То есть, как... Вот так выглядит двигатель. Вот, вот так вот можно разукрашивать пилотов. Цей пилот, боже, це ж і так треба нюанси врахувати, і руки, і голову йому зробити. Это це ж так важко. Все напевно. Удобно тим, що є інтернет, є фотографії, є документальна хроніка, всевозможні документальні фільми об формі, обмундируванні. Зараз це не составляє великого труда, і чим приємно і удобно це хобі, тим, що каждый ребенок, начиная увлекаться этим, даже взрослый, он потихоньку приходит к историчности, к хроникам, к документам, к каким-то чертежам, фотографиям. Изначально, конечно, первые 3, 5, 7 моделей могут быть неаккуратно собраны, расписаны кисточкой. Но когда человек это любит и ему нравится результат его труда, он начинает развиваться, и ему хочется уже не фантазировать, а приближаться к действительности, восстанавливать какие-то события, хронику. Ну і... Я зрозуміла. Дякую, Максиму. У вас є зараз змога побажати нашим глядачам гарного доброго ранку і наостанок заохотити, і що це не так страшно і важко займатися таким собі масштабним моделюванням. Будь ласка. Ну, хотілося б пожелати, щоб це все-таки було немножко
немножко открытий, чтобы люди делились опытом, чтобы могли научить своих детей, близких. Ведь когда человек что-либо создает, и создает это своими руками, ну, он, может быть, это громко сказано, но он приближается к Господу Богу, именно как создатель, как человек. Ну, а каждый, когда попробует моделизм, он поймет, это его или не его. Это интересное, увлекательное занятие, которое может скоротать ваши вечера и, может быть, сохранить даже семью. Ничего себе, что были такие выпадки же. Да, у меня есть клиенты, которые бросают алкоголь и дома увлекаются этим. Жены очень радуются, потому что муж всегда дома. Ну, немножко подванивает клеем, красками, но он всегда в уголочке, всегда знаешь, когда его идти найти. Знаете, краще клеем, ніж алкоголем. Отож, дякую. У нас в студії був Максим Мусаєв, майстер масштабного моделювання.